Привет-привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Лилия Донскова, и сегодня я с удовольствием вам представляю новинку из каталога Oriflame номер 15. И я радуюсь, когда выходят новинки в декоративной косметике. А именно, у нас выходят три новых оттенка кремовых теней в стике. Чем они хороши? Они водостойкие, их можно наслаивать, их не нужно точить, они такие удобные, классные, и такие вот толстенькие карандашики, которые удобно носить с собой в косметичке. И прямо сейчас я попробую эти оттенки на глаза, чтобы вы наглядно увидели, как это выглядит, как они ложатся, какая у них интенсивность цвета, и уже сделать выводы, нужен вам такой карандаш, а может быть два, или все три, или нет, решать только вам. Ну что, пробуем? Итак, первый оттенок — золотой песок, код 34795. Сейчас мы его первый попробуем, и я его нанесу прямо в уголочке глаза, чтобы высветлить на угол глаза вот таким образом. Ой, он мягкий, он хорошо наносится, достаточно интенсивный, и с этой стороны то же самое. Я, конечно, не планировала делать макияж новыми тенями, но когда я их увидела, думаю, а почему бы и нет. То есть вот так вот выглядит золотой песок. Сразу беру следующий оттенок, а это будет у нас шампанское, 34794. Ой, я, наверное, перепутала, или нет, сейчас подождите, код проверю. А, все правильно, 34794, вот такой вот оттеночек. И я его нанесу рядышком, потому что у меня всего два глаза, и нужно все попробовать. То есть я его наношу как продолжение первого карандаша и немножечко выхожу за границы. Надо было сделать наоборот, потому что этот светлее карандаш, надо было его нанести в уголочке, а уже потом этот. Но этот оттенок, он более естественный, и его чаще можно будет использовать, потому что золотистый, он обязывает прям делать теплый макияж в кофейных оттенках или в зеленоватых оттенках, таких оливковых. А шампанское — это просто идеал, он подойдет под любой мейк. Ну и круто то, что они не скатываются. И завершим стрелочку, индиго, 34796, немножечко выдвигая стерженечек, чтобы лучше было видно, и я им завершу стрелку. У меня будут такие огромные глазки, но нам главное посмотреть цвет внимательно. Он не ярко-синий, ну правильно, индиго, он и не может быть ярким. Смотрите, вот я нанесла лишнего, я пальчиком аккуратненько его убираю. К сожалению, нет с собой ватных палочек специальных. Кстати, я такие карандашики очень люблю, у меня есть один любимчик, он такого оливкового цвета из самой первой коллекции, ну я его обожаю, он такой необыкновенно классный, тоже с ним часто делаю макияж. Слушайте, просится вот сюда усилить немножечко, чтобы уж макияж получился гармоничным. Так, и второй глаз пробуем. Смотрите, можно сделать потоньше, можно чуть-чуть усилить стрелку, можно наносить сверху вместо теней, то есть это и есть тени, то есть не использовать уже сухие тени, а только пользоваться этим стиком. Его надолго хватает, сразу могу сказать, что это долгоиграющий такой инструмент. Ну вот что получилось, так что имейте в виду, он не яркий, он не голубой, он не очень глубокий, красивый, темный цвет. Хорошо, хорошо, что у нас была возможность попробовать эти карандашики. Я сейчас также сделаю на руке свотчи, чтобы вы еще более так детально их рассмотрели, как они смотрятся на чистой коже, потому что здесь у меня все-таки уже был макияж немножечко. Сделаем свотчи отдельные. Так, пробуем шампанское, 34794, очень красивый цвет. Так, я его посильней накрашу, чтобы было видно. Шикарный. Следующий — золотой песок, 34795, то есть он прям в золото уходит. Если первый у нас такой бежевый нюдовый цвет, то этот золотой роскошный цвет. И индиго, 34796, он прям и сине-черный, классный цвет, обалденный. Вот,
Все, мы все с вами перепробовали. Немножечко поближе вам покажу. Супер. Благодарю за внимание. Видео полезное, знаете, что нужно поставить. Вот такой восклицательный знак лайк. Если есть вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу, пообщаемся. И до новых встреч. Оставайтесь на нашем канале, нажмите на колокольчик внизу под видео, чтобы получать уведомления о наших новых роликах. Всего доброго, пока-пока.